заслуженная награда. Юниорская женская сборная Казахстана по хоккею на траве выиграла Кубок Азии. В международном соревновании, которое прошло в Талдыкургане, участвовали 6 команд из разных стран мира. Помимо Казахстана на турнире выступали сборные Тайбэя, Узбекистана, Таджикистана, Гонконга и Индонезии. По результатам состязаний местные спортсмены завоевали путевку на чемпионат мира. С каждым годом хоккей на траве привлекает все больше внимания молодых спортсменов. Весьма неплохие результаты демонстрируют и казахстанские хоккеисты. Вот и на этот раз в соревнованиях женская команда показала хороший уровень подготовки. В основе этого соревнования лежит очень многое. Все команды играют на равных. Возраст у девушек примерно одинаковый, и уровень подготовки у всех хороший. И от этого еще более значимо, что наша команда показала такие высокие результаты. Мы очень серьезно готовились к этим соревнованиям. Результаты у нас хорошие с первой игры. К сожалению, мы проиграли одну игру. Так бывает. Это спорт. Побеждает сильнейший. Соперники у нас все достойные. Уже на старте казахстанским спортсменкам удалось обыграть соперников с большим отрывом. Так, в ворота сборной Таджикистана было забито 18 мячей. В ворота Индонезии – 5, и еще 2 – команде из Узбекистана. Хоккеисток из Гонконга наша сборная обыграла со счетом 7-0. И только представители Тайбэя одержали победу над казахстанской командой. Команда отлично, прекрасно идут. Здесь все, которые есть игроки, им очень нравится Талдыкурган. Конечно, это природное. Связи воздух, кушают, все люди смотрят. Конечно, это люди очень прекрасные, гостеприимные. Если мы говорим на соревнования, то, конечно, сейчас уже попал Казахстан сборной девочки и Чайнист Тапи на финал. Конечно, Казахстан уже хорошо играет. Но это соревнование, конечно, очень прекрасное, вещи умрено идут на известных. Спасибо всем руководителям здесь. В финале соревнований казахстанские хоккеистки все-таки одержали долгожданную победу, обыграв Тайбэй со счетом 7-2. Таким образом, юниорская сборная нашей страны выиграла Кубок Азии и завоевала путевку на чемпионат мира. Надежда Белова, Жаркын Шынтаев, Жейк Курманбаев, телеканал ЖТСУ.